Сверхзадача любого спорта состоит в пропаганде здорового образа жизни. Причем преследовать подобную, безусловно, высокую цель нужно всегда. Не только во время соревнований, но и в повседневной жизни. Так сказать, чтобы тело и душа были молоды. Под девизом для настоящих подвижников популяризации культуры тела в этом году сеть салонов «Пальчики» выступает в качестве одного из генеральных партнеров 23-го ежегодного открытого чемпионата и первенства Брянской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Не побоюсь этого слова, но мы занимаемся одним делом – красотой тела. Компания «Пальчики» – это самая крупная компания по маникюру и педикюру во всей России. И, соответственно, мы просто не могли остаться в стороне от такого грандиозного события, которое будет происходить завтра в нашем регионе. В этот раз в рамках масштабного турнира в Брянскую область съехалось более сотни именитых спортсменов из десятков городов России и ближнего зарубежья. За день до открытия чемпионата лучшие из лучших отправляются в салон «Пальчики» на сеансы маникюра и педикюра, чтобы предстать перед жюри и зрителями во всей красе. Хочу сказать, что все-таки бодибилдинг – это строительство тела, это английское слово, а русское слово – это все-таки культуризм, от слова «культура тела». Так вот, когда в содействии получается и культура тела, и разум, и голова, и еще красота тела, взаимодействие с такими прекрасными вещами, как те же самые салоны красоты, тем более я считаю, что салон «Пальчики» – один из лучших салонов нашего города, это одна из лучших сетей, получается просто великолепная, скажем так, трио, не знаю, там, квартет, что угодно. Стоит отметить, что этот год положил начало сотрудничеству Федерации бодибилдинга и сети салонов «Пальчики». В будущем подобные акции должны стать регулярными. Виталий Угримов, Иван Самошенков. События. Брянск.